Добрый день, дорогие друзья! Хорошего дня вам, хорошего настроения! Наш традиционный небольшой видеообзор для вас. Сегодня у нас много предметов из серебра и серебрения Франции. В основном это антикварные предметы, 19 век. Начнем с этих тарелок. Это Карл Тильш. Клеймо такое ставилось до 1925 года. Рыбный комплект. Тарелки с разным декором и большое блюдо. Очень хорошая сохранность. Двенадцать штук. Вот такой штоф, хрусталь, и обрамление выполнено полностью из серебра 925 пробы. И на горлышке тоже серебро. Роскошный штоф, тяжелый. Массивный хрусталь. Ситечка выполнена полностью из серебра. Это Франция, 19 век. Посмотрите, какая это прекрасная работа. Насколько проработаны мелкие детали. Вилки выполнены тоже полностью из серебра. Клеймо Минервы стоит, это Франция, тоже 19 век. Прекрасная работа. Соусник. Рамка, вторая половина 19 века, серебрение по олову. Это тоже, конечно, полностью ручная работа. Ложка, ручка серебро, рабочая часть латунь. Вот такой большой графин. Это тоже Франция. Терин. Велерой Бог. 19 век. Конец 19 века. Есть кракелюр. Сколов, трещин нет. Клеймо тоже стоит. Сервировочные приборы, ложка вот такая и лопатка для торта. Это тоже Франция. Приборы выполнены полностью из серебра, тяжелые и массивные. Блюдо Виктор Саглиер. Клеймо стоит. Великолепная работа. Знаю, что предметы этого мастера любимы вами. Многие из вас собирают. Смотрите, как ножки оформлены.
комплект солонок, хрусталь, ободок серебро и ложки тоже из серебра. Ложки для завтрака, Велерой Бух, ежевика, серия. Есть крапелюр и незначительная патина. Наличие 2 штуки. Ну а на это красавицу посмотрите, вот такая джемница. Я не знаю, как правильно даже назвать. Стеклянная вставка, глубокий такой цвет купоросного стекла. Это ВМФ, 19 век. Много мелких деталей. Еще 2 солонки. Хрусталь, серебро. Франция, 19 век. Клеммы стоят. Очень хорошее состояние. Щипцы для сахара, льда. Франция, выполнены полностью из серебра. Клеймо стоит. Совок для уборки со стола крошек. К сожалению, щетка не сохранилась, но, возможно, у кого-то наоборот есть щетка и нет совка. Посмотрите тоже, какая проработка деталей. Новый год прошел, но вот у нас пришла с опозданием вот такая вот одна елочная игрушка. Ручная работа. Посмотрите. Небольшая тарелочка, хрусталь, ободок серебро, Франция, 19 век. Ваза на ножке, это тоже Франция, хрусталь, ножка выполнена из серебра и ободок тоже выполнен из серебра. Вот такой прекрасный предмет. Приборы для мяса, сервировочные. Вилка, наконечники, это выпало серебро, сервировочные приборы. Франция, ручка серебро. Вот такие вот прекрасные приборы. Эти приборы выполнены полностью из серебра. И ручка, и рабочая часть серебро. На этих приборах ручка серебро, рабочая часть золочение по латуни. Два роскошных декантера, Франция, это у нас Виктор Саглиер, здесь закрывается. Хрусталь, серебрение,
поднос тоже в продаже. Фото дополнительное сделаем. Так, еще одни солонки. Серебро, вставка кобальт, кобальтовое стекло. Это тоже у нас солонки. Также корпус выполнен из серебра, ложка серебро, вставка стекло. Роскошный, прекрасный кофейный комплект. Ножка серебро, ручка тоже серебро, 925 проба, стерлинговое серебро. Поднос тоже в продаже. Вот такие пары, Каподемонте, Италия. Подставка из бронзы для корреспонденции, для писем. Ну, можно использовать ее сейчас как для салфеток. А ваза и блюдо Кайзер. Очень редкая серия Сиам. Вот такая в восточном стиле оформлена. Подставка для сервировочных приборов Кристофель. Очень редкий предмет. Легюмница Виктор Саблиер. Отличная сохранность, клеймо стоит. Вот такие ручки, бантики здесь у нас. Чистые внутри. Порционный салатник. Это тоже Виктор Саблиер, у нас остался один. Можно под орешки использовать, цукаты. Большая, крупная раздвижная подставка для горячих предметов. Горячая. Канделябры. Тоже 19 век. Два комплекта, комплект фужеров и рюмок Нахтман, серия Траубе, виноградная лоза, бокалы для вина и комплект рюмок. Рюмки встречаются гораздо реже. В комплекте есть очень редкий цвет аквамарин. Поднос с бортиком большой тоже в продаже. Дорогие друзья, напоминаю вам, что у нас есть рассрочка, поэтому предметы, которые вам понравились, вы можете приобрести рассрочку. Пишите нам в WhatsApp, директ, телефон указан в шапке профиля. Он у нас один номер телефона, других номеров у нас нет. Этот номер телефона указан в шапке профиля. Также в каждой нашей публикации под видео, во всех социальных сетях и на всех торговых площадках у нас один номер телефона. Других номеров у нас нет. Все платежи идут на Кристину Александровну США. Мы присылаем вам ссылку для оплаты. Вы по ней проходите, то есть и выбираете через систему быстрых платежей свой банк. Платежи идут на ИП Кристина Александровна Шаврова, магазин «Винтажная лавка». В настоящее время у нас нет никаких распродаж, никаких акций. Если вы получаете предложение подобного рода, свяжитесь обязательно с нами. Еще раз всем хорошего дня и хорошего настроения.